Всем привет, дорогие друзья! Это вторая серия, ну, наших с вами приключений по, вернее, на сервере FTB. К сожалению, в этой серии придется нам поиграть без моего друга, но ничего страшного. Так, прошло примерно, ну, я денек поиграл с ним, и мы вот, как сказать, пошли в ад, пробурились вот так вот эту скважину. Ну, правда, довольно далеко идти до дома. Но не суть. А все почему? Потому что у нас не было энергии. Ну, в общем, так мы и пока что решили. Сделали себе по паре джетпаков. Потом, ну, немножечко, совсем немножечко подобывали, помайнили. А что касается конкретного развития в плане индустриализации, то нет. То есть мы ничего абсолютно не делали. Просто ничего. Ну, потому что я конкретно этот процесс хотел заснять на камеру. Также мы с ним потихонечку стараемся закончить наш замок, который мы, ну, как бы собирались строить, но вам пока не говорили. Ну, в принципе, вот и ответ, почему мы рыли этот туннель огромный. Просто потому что гладиолус. Вот. Так, ну ладно. Отправляемся обратно. И сейчас я вам покажу, что мы там настроили. Правда, у нас уже закончился весь коблстон. Практически весь. Ну, вот. В общем. Ну, отсюда так вот он, видите, еще недостроенный. Ну, вообще, вот он так выглядел. Выглядит. Это, как бы, по идее, будет такая, такой балкон, а само здание будет вовнутрь уходить. Ну, в общем, это все планы. Ну, не суть. Так. Давайте сейчас с вами быстренько положим сюда это капсулы. Ну и один стак сюда запихаем. Так, отлично. Все, кажется, энергия пошла, все работает. Давайте с вами займемся пока что модом Thermal Expansion. Чтобы его начать, нам нужно позаботиться о той энергии, которой мы будем его снабжать. Конкретно, я думаю, это будут... магматический мы не сможем сделать. Можно сделать Coal Engine, но они мне не очень нравятся. Но в любом случае нам придется делать помпу. Это как так. Давайте. Один редстоун. Так, 3 железа на кирку, 6 на все и 4 на то. Так, давайте. Олень весь незирак. И вот это сложим. Так. Палочки, палочки, палочки. А, еще давайте вот это вот удалим заодно. Так, палки. Палки дерева. Отлично. Так. Делаем шестеренку. Делаем. Сейчас. Что, камень? Коблстон? Нет, все в порядке. Так, делаем каменную шестеренку. Затем железную. И выкладываем... А, стойте, стойте, стойте. Сначала еще кирка. Так, отлично. Так, вот так выкладываем. Отлично, майнинг левел есть. Так, теперь нам нужно стекло. Стекло сейчас наверху возьмем. А, зачем же я сюда бегал? Там же снизу есть проход. Ну ладно. Так. Быстренько делаем танк. Есть. И делаем помпу. Так, теперь, чтобы запитывать помпу, нам потребуется, ну, как минимум, два двигателя редстоунного. Так, а это у нас, ну, в общем-то, приличное количество дерева. Давайте все сразу переделаем.
Так, считаем. Одна шестеренка, две шестеренки, три, четыре. Ровно на два двигателя. Так, делаем. Четыре шестеренки. Так, а потом поршни. Два поршня. Так. Отлично. Лево. И два стекла. На, все, готово. Сделаем еще рычаги. Так, теперь можно было и устанавливать. Нам еще нужен бесконечный источник воды. А. Так, еще. Нам нужны трубы. Так, давайте возьмем отсюда золото. Ну, допустим, ну, нам еще это пригодится. Ну, в общем, сейчас сделаем. 8, вернее, 16 золотых труб. И 8 из них мы сделаем редстоунами. Так. Так, отлично. Слоты, и можно было устанавливать, но нам еще нужны такие трубы, вот такие вот, сколько примерно, ну, трубы две, наверное, все, достаточно, отлично, итого, идем устанавливать. Так, а куда мы это все дело будем устанавливать, это тоже большой вопрос. Ну, можно сказать, что, к счастью, я уже подготовился, и не зря я вырыл все это помещение. Я так и думал, что оно нам пригодится еще. А, ну что ж, давайте раскопаем тут вниз. И так, прикинем, техническое помещение будет находиться, ну, вот здесь вот, давайте сейчас вот так. То есть где тут будет находиться помпа. Сюда свет. Так, тут будет помпа. Давайте покушаем. Так, помпа, которая будет идти к двигателям. Так, ну-ка. Прикидываем. Ладно. Да, бывает, наверное, такое. Так, окей. И тут труба будет понизу идти так вот. Отлично. Так, давайте разместим сейчас все это дело. Тут отправим под водичку помещение. Ага. Сейчас наконец-то это закроем. Да и вообще бы это все было бы неплохо закрыть. Таким вот образом, чтобы потом не мешалось. Ну вот что-то такое мы сейчас придумаем. Так, отлично. Все тут расчистили. В общем, небольшое такое помещение готово. Давайте зальем его водой. А, здесь тоже будет плохо было бы закрыть. Так. Угу. Первое ведро пошло. Ну, сейчас еще надо взять ведерок оттуда. Чтобы сделать бесконечный источник. А... Насчет того, показывает ли, как мы с другом строим замок, я не знаю. Ну, если, конечно, будет интересно, пожалуйста, мы вам покажем. Ну, не знаю, может, кому-то нравится таймлапс. Возможно. Вот, так что
пожалуйста, напишите в комментариях, хотите ли вы, не хотите. Мы с радостью. А нет, стой, не хочу я здесь, это двигатель. Так, хочу здесь. Все, заработали. А! Точно, точно, точно. Совсем забыл. Нам надо сейчас с вами, короче, высадить кактусов. Так, а кактусы вот здесь, да? Так, давайте посчитаем, сколько. Ну, давайте три штуки мы пережарим. А три штуки мы высадим. Так вот. Ну-ка, а что у нас тут вообще? Тут пережарим нить. Так, запихаем ее сейчас сюда. Вот она. И резину. Так, теперь... Что ж мы... Забыли про самое важное. Забыли про двигатели. Это будут двигатели из мода Railcraft. Любительские двигатели. Как-то это так, хобби. Вот так. Так, делаем шестеренки. Так, сначала тогда нам потребуется... А вообще сколько? Нам нужно два двигателя. На два двигателя 4 шестеренки. Это 2, 3, 4. Отлично. Так, все правильно. А теперь берем наггеты. И выкладываем. Все, отлично. А также нам потребуется еще одно золото. Ну, в общем, вот так вот они крафтятся. Так, редстоун. Это, редстоун, это. И крафтим. Два поршня. А, сейчас попробуем такую шклюшку. Не работает. Ах, жаль. Просто я сейчас что-то вспомнил, что на версии вроде бы 1.5.2 или 1.6.2 работает такая плюшка, что если у тебя в инвентаре есть необходимые вещи, то как бы рецепт сам выкладывается. Ну, это довольно прикольно. Так, рычаги есть. Давайте установим двигатели и как-то их, по идее, должны повернуть. Но сначала заберем эту штуку. Так, делаем из нее нитки и Golden Transport Pipe. Все. Сейчас это как-то мы будем... Вот как-то так. Но, по-моему, одной не хватило. Давайте еще один пережарим. В конце концов, мы их потом быстренько высадим. Вот, ничего такого нету. Так, пусть один кактус забабахается. И мы еще железо сюда положим. Все, один кактус есть. Давай же быстрее. Так, это мне сейчас. Сейчас поставлю. Так вот. Так, берем. Берем с это все, кажется, готов. Останавливаем двигателя и ключ нам нужен. Чалька, что я все с собой не ношу, интересно. Кушаем опять. Так, ага, ключик где там был? Вот он. Так, мы их пере... А, они же не пере... Точно. Значит, сначала трубу поставить. Так, теперь... Вот так вот.
Так, отлично. Ну, потом это как-нибудь закроем, если, конечно, у нас будут фасады всякие. Ну, это пока что не важно. Не самое, что нужно. Так, а этот двигатель пока работает. Так. Ну, эти двигатели работают на угле. Я, наверное, говорил, это было в первом сезоне. А чего же работают эти двигатели? Вот. Они вырабатывают сами для себя пар. Вот, они им пользуются, но проблема в том, что никак этот пар из них не вытащит на самом деле. Только они его вырабатывают для себя. Но поскольку все это дело запитывается углем, я этот сундучок быстренько притащу, притараню тот уголь, который у меня есть. Ну, по-моему, не очень много нет, угля. Ну вот, все, что я наскреб. Однако, здрасте. Так, давайте сюда положим, ну, по 16. И сюда. Отлично. Так, теперь как-то рычаги поставим. Угу. Давайте еще, пока я не забыл, а то я все забываю, посадить кактусы. Так, так. Ну, давайте кактусы у нас будут тут расти. Ну, допустим, тут-то. Вот в таком вот хаотичном порядке. Так, да, десяток. Давайте сюда положим песочек. Кстати, ровно 8 получилось. Хм, я даже не пытался. О, смотрите, у нас пшеничка скоро вырастет, надо собирать. Я же не выложу уголь, чужие так туплю. Так, а теперь потом нам надо будет сбегать к черепашкам. Да, я сделал также с другом черепашек. Мы так с ним порядочно прокопали. Так, шахту пойдем. Вот. Ну вот, этот туннельчик мы двумя черепашками копали. Ну и вот накопали, в принципе. Довольно большое пространство, так что бежать долго. Ну, как долго, мы почти прибежали. Вот. Эгегей. Опа. А это вот уже я не знаю, вот это вот я пропустил, уже не дошел до этого. Так, давайте теперь нам придется выкапывать весь, абсолютно весь уголь, который мы увидим. Так что это будет очень скучно. Так. Отлично. Так, ну ладно, это пока нафиг нам не надо. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас. Так, смотрите, что у нас черепашка. Там много всего. Ну ладно, все, больше мне ничего от них не надо. Ой, не то. Отличненько. Давайте теперь выложим ресурсы некоторые. Так, что-то у меня очень интер забивается, не знаю, что делать с этим. Не надо, тоже не надо. Так, идем наверх и тут положим уголь, и давайте уже займемся первыми машинами, так сказать, основ. Ну, если говорить русским языком, это там пульверизатор и обычная печка. Так. Ага.
Это все, конечно, классно. Только сейчас я немножко в мозгах не разберусь. Так, все, я понял, как все сделать быстренько. Так, нам нужно дерево. Так, нам нужно, короче, 3 сундука. 3. Так, 12. Нет. 24 нам надо. Что я туплю, вечер устал я на самом деле сильно. Ну, да. Устал. Ой. Весь день за компьютером. Какой же я бедный, бедный. Ага. Давайте поставим сейчас. Ну так, прикинули немножко. Пульверизатор. Так. Потом, ну здесь мы так сундук поставим. Это будет индустриальный сундук. И еще хочу один сделать. А, вернее, еще два. 16. Да, 16. 16 и все. Готово. Давайте возьмем этот кирпич. Там заделано немножко. Совсем мало. Так, сюда. Бик. Бик. Ладно, это мы тоже закроем. Замуровали этот бедный факел. Не суть. Ага. Ну давайте, я не знаю, что подпишем эти сундучки. Опять туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда бегаю. Надо бы уже на самом деле переезжать наверх. Так, переезжать наверх. Так, 2 и 6. 8 палочки и табличечка. Все как раз. Вот здесь мы напишем industrial. Нет, не, 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 я передумал. Напишу по-другому. Вот так вот. Сверху. Крафт. И... Нет. Thermal. Вот. Так, по-моему, очень даже ничего. Так, что у нас тут? По-моему, все уже пере... Начался. Окей. Давайте еще сюда купера запихнем. Железо. Кстати, нам вот олова мало. Вот олова, да. Очень мало. Ну все же, все. Отошли от всего. Пульверизер. Угу. Так, все, запомнили. Так. Так, быстренько. Ага, 2 плинта, 2 копера, 1 машин. Так, это... я вспомнил. Нам надо еще 2 копера, 2 этого и... Так, 4. Нет, сколько там? Да, 4 и 8 этого. И еще 2 этого. А, и вот этого. Делаем койлы. Быстро. Так, есть. Потом делаем фрейм. Тоже быстро. Так. Есть фреймы. Так, дальше. Далее.
Поршень. Три. Четыре. Один. Так, есть. Готово. Ага, ага. Так. Так, отлично, все готово. Все, я этот рецепт как свои два пальца помню. Так, давайте еще. Оу, щет. Сейчас быренько сделаем по фернис. Сейчас клинки только надо накопать. 8 штук, да. Дамс. Так, 8 глини. Где мы с глини? Вот, кажется, один кусочек. 4. Нет, нам надо 8. Так. Так. Ну чё? Сейчас быстренько накопаем. Мы же про отцы Майнкрафта. Так. Копаем, копаем. Ладно, все, хватит дурачиться. Все, еще. Ну и че? Так. Бежим, бежим. Быстренько в печь. Так, ну, в баню. Вот что я вам скажу. Все. Отлично. Ну ладно, давайте я... Все готово. Дэм. Все. Стенка делаем кирпичи. Идем. Сюда. Так, угу. Сяк. Так, так. Кстати, неужели еще один поршень надо? Powered furnace. А нет, редстоун. Редстоуна достаточно. Очень классно. Очень круто. Только вот я не очень понимаю, зачем все это дело я делаю. Потому что... такие... У нас уже есть мессератор. Но мне вот это дело поближе. Не знаю. Ну, кстати, на самом деле разрабатывается уже новый Industrial Craft. Очень интересно посмотреть будет, что из этого получится. Так, красненькая. Угу. А здесь у нас синенькая. Нет, вот так. Красная, ага. А сверху синяя, а сбоку давай будет желтая. Отлично. Так, так, давайте вот этот сундук мы и заберем. Ну, сюда будут все излишки попадать. Отлично. Ну, я думаю, на этом уже можно заканчивать серию. Мы сделали все, что я планировал, все, к чему мы шли долгие 2 дня. Ну все, всем пока.